Экзотические гастролеры. К первому представлению в городе невест готовится труппа цирка Тиграна Акопяна. Они привезли программу «Тропик-шоу». В стенах цирка разместились 80 голов животных. От привычных нашему взгляду собак и лошадей до удивительных верблюдов, лам, дикобразов, носух и обезьян. Мы привезли в ваш город очень интересную программу. Это очень разножанровая программа. И воздушные гимнасты, акробаты, вот различные номера, которые связаны и с воздухом, и за пределом манежа. Это летают девочки под куполом цирка, которыми сейчас постараемся все это показать вам. Вот. И, конечно, программа составлена так, африканская тематика. Это Египет, это верблюды, это питоны, крокодилы, конечно, и бегемоты, и экзотические животные. Юлиана – настоящее украшение шоу. Эта 15-летняя бегемотиха влюбляет в себя зрителей буквально с первого взгляда. Искать причины, чтобы сходить в цирк, не нужно. Здесь есть чему удивиться. Артист Святослав Колыхалов выступает в номере с питонами и крокодилами. Их, говорит, не дрессируют, а укрощают. Чтобы добиться результата на сцене, нужно показать характер. Большую крокодилиху зовут Мурка, и она выступает уже 12 лет. Первые полгода, пока происходило, так сказать, наше притирание между ей и мной, да, конечно, очень было тяжело, потому что она показывала полноценно, насколько она крокодил, так сказать, весь свой характер показывала. Вот. А потом уже, почему ее Муркой зовут, потому что она на самом деле оказалась довольно ласковый крокодил. Мы сошлись характерами. Программа входит в десятку самых ярких в стране из-за уровня мастерства артистов, а также из-за зрелищного шоу. Невероятно большого количества декораций, света, музыки и сценических костюмов. Любой человек поймет, что это не так, что пришел, петлю одел и полетел. Как бы со стороны выглядит очень даже легко. Технически, а на самом деле? Да, сложности есть. Сложнее эмоционально как бы все это сочетать. Работать работу технически, на детали не подавая вида, то есть ты должен эмоционально быть в номере. Премьера «Тропик-шоу» запланирована уже на грядущие выходные. Первое представление состоится в 12:00 в субботу. Окунуться в яркую атмосферу тропических джунглей зрители смогут до 2 сентября. Пропустить эту экзотику невозможно. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.